Участие в совещании принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Следующий год в России объявлен годом экологии. От ее состояния, как заметил президент, зависит экономическое благополучие страны. Из-за халатного отношения к природе материальный ущерб ежегодно доходит до 6% от ВВП. Одними из главных направлений в создании системы экологической безопасности станут строительство современных мусороперерабатывающих заводов, а также новая законодательная база в отношении утилизации отходов.